Готовы увидеть 20 популярных товаров с тысячами заказов и поучаствовать в конкурсе? Распродажа уже началась, и в честь нее я подготовил подборку с 20 товарами, у которых тысячи заказов и хороший рейтинг. Когда вы досмотрите ролик до конца, то сможете поучаствовать в конкурсе. Рождественская гирлянда для украшения дома представляет собой горизонтальный провод, на котором равномерно размещаются свисающие вертикальные нити с расположенными в них светодиодами. Имеет 8 режимов свечения. Воспроизводит эффект падающей с вершины горы воды. Огни светодиодов постепенно опускаются сверху вниз. Светодиодные лампочки имеют огромные преимущества в сравнении с обычными лампами накаливания. Они лучше переносят воздействие внешней среды и расходуют очень мало электроэнергии. Украшения можно развесить на карнизах, елках, оконных рамах и перилах. Беспроводной приемник Bluetooth 2 в 1 предназначен для того, чтобы подключить смартфон к магнитоле в авто или к другому устройству, которое имеет аудиовыход AUX. Это удобно для тех водителей, чья магнитола не поддерживает подключение напрямую по Bluetooth. К тому же адаптер позволяет не использовать провода. Это одна из распространенных бюджетных моделей Bluetooth адаптеров. Подключение простое. Вставляете съемный двухсторонний штекер джек 3,5 мм адаптер и в гнездо AUX 3,5 мм. Нажимаете кнопку включения и подключаетесь со смартфона или другого гаджета к адаптеру. Бутановая газовая горелка применяется для розжига костра, разогрева трубопровода, нагрева предметов и проведения различных ремонтных работ и не только. Горелка используется совместно со стандартным газовым баллоном. По конструкции намного лучше и надежнее обычной горелки с пластиковым корпусом. Многофункциональный сетевой шлюз Xiaomi Zigbee. Вы занимаетесь построением системы умного дома? Связать все устройства и датчики поможет это устройство, обновленная версия шлюза от Xiaomi. Девайс получил 4 режима сигнализации, поддержку интерфейса Bluetooth 5.0 MHz и питание через microUSB. Есть 4 режима сигнализации, они активируют звуковое информирование о оповещении на смартфоне при срабатывании датчиков. Основной включен постоянно, и по ним можно закрепить датчики дыма, газа и протечки воды, которые мониторятся всегда. А режим дома, на улице и сон подойдут для охраны других элементов. Также для каждого режима настраивается громкость и продолжительность звукового сигнала. Мягкие салфетки из микрофибры хорошо впитывают воду. Они подойдут для очистки кухонных поверхностей и мытья посуды. Используйте ее каждый раз на кухне, и все будет сиять. Кабельная крепежная лента – практичный аксессуар, который станет вашим помощником для сматывания разнотипных кабелей. Изготовлена по самым современным технологиям, поэтому полностью устойчива к различным внешним воздействиям кислот или, например, горения. Органайзер обладает небольшими размерами, но при этом оставляется эффективным инструментом в сматывании кабелей и различных проводов. Дешевые Bluetooth наушники 1.7s. Эта модель очень удобна в использовании. Наушники дают возможность слушать музыку, смотреть видео, а также отвечать на звонки во время вождения, прогулок и занятия спортом. Они быстро настраиваются и подключаются к любому телефону. Данная модель является доступной альтернативой AirPods от Apple. Bluetooth гарнитура завоевала доверие среди людей, ведущих активный образ жизни. Беспроводные наушники с отличным микрофоном и стереозвучанием. Хотя лично я сомневаюсь, что они прям очень качественные за такие деньги. А вы что думаете? Клещи для снятия изоляции. С помощью этого инструмента можно легко очистить от изоляции электрический провод. Данные клещи изготовлены из высококачественной стали. Режущая головка изготовлена из инструментальной стали SR12 MOV, имеющей твердость HRS-5560. Ручка инструмента прорезинена, что обеспечивает комфортную работу с клещами. Максимальный диаметр зачищаемого провода равен 6 мм, а минимальный 0,2 мм. На инструменте присутствует регулируемый винт, предназначенный для настройки силы укуса лезвия. Умное зарядное устройство Litocala, совместимое практически со всеми цилиндрическими аккумуляторами, тем самым устраняющее необходимость использования нескольких зарядных устройств. Зарядка автоматически распознает литий-ионные, никель-металлгибридные и никель-кадмиевые аккумуляторы, заряжает литий-фосфатные аккумуляторы, а также литий-ионные аккумуляторы с конечным напряжением 4,35 Вт. Также зарядку можно использовать в режиме пауэрбанка. Есть USB-выход, который при вставленных литий-ионных аккумуляторах прослужит блоком питания. Источником питания могут быть любые литий-ионные аккумуляторы. Ластик для чистки замши, кожи и нубука. Удаляет с обуви свежую грязь, лоснящиеся разводы и пятна от брызг. А еще он компактный и его удобно носить с собой. Применить его очень просто. Потрите ластиком пятно до полного удаления грязи и восстановите ворс при помощи щетинки.
аэромыш с подсветкой и голосовым управлением. Новая модель аэропульта из самой популярной и востребованной ныне линейки G. Принцип управления аэромышью довольно прост и интуитивно понятен. Курсор повторяет движение кисти вашей руки, в котором лежит пульт. Благодаря гироскопу, который отслеживает положение пульта в пространстве с филигранной точностью вплоть до миллиметра, для навигации курсора по экрану телевизора достаточно легкого движения руки. К такому способу управления быстро привыкает даже пожилой человек. Устройство не требует специальных драйверов и поддерживается всеми устройствами, которые могут работать со стандартной USB-мышкой или клавиатурой. Подключить пульт очень просто. Для этого нужно только вставить приемник в USB-вход устройства, и через 5 секунд пультом можно пользоваться. Защитная маска-репитер Xiaomi защитит вас от вредного воздействия частиц RM2.5 и RM0.3, содержащиеся в воздухе крупных городов. Эффективность фильтрации составляет 99,97%. Маска имеет гибкую трехмерную структуру и удобная для ежедневного использования. Станет спасением для аллергиков, жителей больших городов, а также людей, которые вынуждены работать в условиях пыли, дыма, сажи и других загрязнений. Ну и конечно, во время всем известного вируса эта маска очень в тему. Она оснащена фильтром, состоящим из 5 слоев. Верхние слои захватывают инородные частицы с помощью электростатической силы. Нижние слои задерживают мельчайшие элементы благодаря плотной текстуре. Пищевые силиконовые крышки-колпаки изготовлены из пищевого силикона, прослужат вам долгие годы и станут незаменимыми помощниками на кухне, в путешествиях, поездках на природу. Принцип работы прост. Крышки отлично растягиваются и принимают любую форму, а это значит, что изделие может одеваться не только на круглые, но и на овальные и квадратные емкости. Силиконовыми крышками вы можете герметично закрывать любые кастрюли, сковородки, тарелки, стаканы или контейнеры с едой, упаковывать остатки фруктов и овощей для более длительного хранения. Изделие очень хорошо тянется, легко моется и подходит для всех видов посуды. Креативная USB-зажигалка на телефон с кольцом-держателем для телефона – это абсолютная новинка в мире зажигалок. Устройство порадует вас функцией держателя для телефона, которая в наши дни модна, удобна и практична. Благодаря кольцевому держателю можно установить телефон на стол, не удерживая его. И ничто не помешает насладиться просмотром вашего любимого фильма, а ваши руки будут свободны. Противоскользящая конструкция, глянцевое прочное кольцо, которое вращается на 360 градусов, зарядка устройства от любого USB-порта, а еще присутствует подсветка при зарядке. Переносное средство для удаления ворса. Легко удаляет шерсть, крошки, ворс и многое другое, не оставляя следов. Отлично подходит для очистки одежды, постельного белья, мебели и обивки автомобиля. Быстрый и простой в использовании. Насадка быстрая и простая в использовании. Она безопасна и эффективно удаляет шерсть и катышки с ткани. Меламиновая губка реально отмывает все без моющего средства. Подоконники, обувь, окна, вытяжки, двери, салоны авто, обувь и так далее. Даже швы между кафелем. Всего лишь нужно слегка намочить водой из-под крана, отжать руками и потереть, сильно не нажимая на губку. Удаляет любые загрязнения с любой поверхности без особых усилий и без моющих средств. Подходит для различных типов поверхности, для стали, керамики, обоев, кожа, пластик и тому подобное. По своей структуре губка напоминает вспененную резину. Грязь удаляется не химическим, а механическим путем, действуя как мягкий абразив, по примеру ластика для карандашей. Набор из 3 щеток разного диаметра. Ними можно эффективно чистить и очищать различные поверхности от грязи и пыли без особых трудностей. Щетки-насадки предназначены для дрели или шуруповерта. Помогут вам наконец сделать ваш дом безупречным, не прибегая к ручной чистке. Разные размеры и фактура для разных случаев позволяют легко чистить труднодоступные места и большие поверхности. Такие щетки – это современный способ сэкономить ваше время и силы. Зимняя одежда для небольших собак. Даже ее покупают тысячами. Видимо, у нас очень дорого собачку приодеть на зиму. Утепленный комбинезон для собак имеет удлиненный рукав для передних и задних лап, что обеспечит еще большее удерживание тепла в организме вашей собачки. На спине, рукавах и воротниках есть затяжки, которые позволяют немного отрегулировать размер комбинезона, сделать его более обтягивающим или наоборот посвободнее. Комбинезон легко одевается, застегивается на спине на молнию, выполнен из легкого водоотталкивающего материала с утеплением.
оригинальные перезаряжаемые аккумуляторы, идеальный вариант для фотоаппаратов, вспышек, а также других электроприборов, игрушек и радиоуправляемых авто. По качеству не уступают панасоникам, но так как их подделывают, нет гарантии, что вы купите оригинальные панасоники. Поэтому такие черные аккумуляторы Palo на 3000 мАч – лучшее, что можно приобрести на рынке за такие смешные деньги. Реальная емкость, говорят, 2200 с плюсиком мАч и отличные качества. Амортизирующие стельки FreeTie от Xiaomi. Анатомическая форма стелек позволит вашим ногам меньше уставать при ходьбе. Специальные ударопоглощающие вставки под пяткой и в передней части предназначены для того, чтобы снизить нагрузку на ваши ступни. А отделка из пористой ткани позволит вашим ногам лучше дышать. Подходят для разных типов кроссовок. А чтобы стельки идеально подошли к обуви, их можно подрезать. Ну как вам эти товары? Что понравилось? Напишите в комментариях. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о стримах, в которых я буду разыгрывать призы в прямом эфире. Что же касается конкурса, то приз у нас 300 рублей на мобильник либо на WebMoney. Условия простые. Нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк видео и написать любой комментарий на тематику данной распродажи «Черная пятница». Всем спасибо за просмотр и помните еще про промокоды, которые есть в описании. Увидимся!